Мы должны понять раз и навсегда, если это возможно, ну, хоть как-нибудь, что нам нечего просить, кроме потребности, потому что изобилие, оно находится все время, а потребность в нем – это проблема. Верное, большое желание для ощущения этого изобилия. Это желание нам нужно как-то приобрести, найти, украсть, получить каким-то образом, прямым или косвенным. Неважно как. Мы обязаны прийти к этому хисарону, к этому желанию, потребности. Без этого я не почувствую этого изобилия. Скажем, что у меня передо мной книга, но без очков я не способен ее прочитать. Это понятно? Так о чем мне нужно просить? Чтобы была передо мной книга? Нет, чтобы были очки. Все. Только кли, инструмент нам нужен. Поэтому все действия, которые мы производим, не являются действиями для достижения изобилия, а действия для того, чтобы создать инструмент, кли.